Ассаламу алейкум, всем доброго дня, ребята. Вот группа вам, Черный район. Я вот здесь, как видите, на третьем этаже, это задняя часть, у них сзади вот такие все дома с пуской. Вот примерно, сейчас покажу район. Вот. Тихо, тишина, одни черные ходят, как в GTA, короче, грубо говоря. Сейчас спускаюсь, за запчасть, там холодильник надо сделать. Как видите, спускаемся, сейчас возьмем запчасть, поменяем и будем дальше работать. Во дворе, конечно, у всех машины стоят, видите. Короче, у него, мы зашли к нему, вот видите, как видите, вот, если вам видно, вот, вот, плохо видно, солнце, наверное, есть, вот видите, вот. Машинки стоят, короче, у него такая, что с той стороны, короче, главного входа. Замок заклинил, не смогли зайти в главный вход в дом. Теперь такой просили дырки в заборе. Видите? Отсюда зашел. Такая ситуация. Это Черный район, Баклажан. Но с одной стороны, я тоже в России считаю черным, с Кавказа. Поэтому как-то мне более проще здесь находиться. Свой среди чужих, чужой среди своих, как говорят, да? Что это такое? Ну, район такой, недалеко от даунтауна примерно, мили 5, наверное, максимум. Это более такой средний район, если хуже районы. Короче, как-то так. Так что, ребята, все нормально в Америке. Есть черная сторона, есть белая сторона. И не факт, что в белой стороне лучше, чем в черной. Поэтому все зависит от вас. Свинья найдет грязь даже в Антарктиде. Все зависит от человека, как он воспринимает мир. Поэтому, кто что собирается ехать, розовые очки снимите, оденьте вот такие черные очки. Будет все понятно, что, как. Вот во дворах машины стоят у них. В России в бедных районах такие машины стоят. Вот у него, вот я зашел, вот дом спереди, если видно. Замок не открылся, мы через черный ход. Вот этим домам лет по 100, наверное. Я снимаю фронтальную камеру, потом не обессудьте, короче. Сейчас я вышел за запчастью. Вот такие домишки. Это считается, ну, как бы черный район, почему называем, потому что здесь более южнее даунтауна и более темнокожих много баклажанов, как говорит Сисун. А так, в принципе, вот нормальные дома живут. Просто здесь они привычно тихо. Все на машинах, рядом школа, дети ходят. Ну, такой суеты, как у России, там людей много нет. Потому что маршруток таких не ходят. Автобусы, определенные маршруты есть там. Вся движуха в центре города. А так, кому надо, куда надо поехать, сразу залез на машину едут. Вот моя точила. Моя первая точила в Америке. Пока с ней. Так, как-то так, ребят. А что, ребят, давайте. Кто собирается, снимайте очки розовые, одевайте вот такие. Вначале будет трудно, но потом все будет охренительно. Всем салам алейкум, ребят. До скорой встречи.